Йоу, всем салам! Как вы знаете, то, что у нас вышла недавно эволюция на M1887, и сегодня хочу проверить, это имба или нет. Будем сравнивать два скина. Попугай, как вы можете заметить, у моего тиммейта будет скин на попугай, а у меня будет новая эволюция фуловая, прям чисто вкачанная, и проверим, имба или не имба. Для начала давайте мы посмотрим статистику. Ну и если вы хотите получить недельный ваучер, просто пишите 5 комментариев со своим айдишником под это видео. И, естественно, нажимайте на лайк. Прям все это делайте и подписывайтесь на канал. Получается, сингулярность, урон 2 и 1 скорострельность, минус скорость. А что нам дает попугай? Он дает нам дамаг и точность. То есть, как можно заметить, по идее, должна быть эта имба. Короче, вкратце объясняю. Получается, 2 на 2 играем сейчас мы с НС, ультиматами. Я буду с эволюцией, получается. А они будут... У кого-то вообще скина нет на двустволку. У тебя попугай? Нет, там, по-моему, нету у кого-то. У тебя просто скина нет вообще. Сейчас проверим, хорошо, как он будет играть. Если чего, 500 хп, бесконечка сразу. Говорю. Чтобы подписчики понимали, что тут все серьезно. Я забираю. Давай ты его забираешь, я слева. Ну я одну штуку поставил, весь проход закрылся. Ух ты. Уф, кабина снеслась. Давай, 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 давай. Я вообще кнопки не вижу. Ой, я просто туда играю. А у него я не вижу. У него скина вообще нет. Я бы скина не прошел. Хорош. Он мне просто кабину сломал. Тащи, брат. Давай, давай, тащи, 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 все. Я ему кабину поломал-то нормально так. Ты двигаешь как улитка. Давай, не опозорься, не опозорься. Зачем я вообще? Зачем зажал мне? Я вообще не могу сейчас двигаться. Давай тащи. Оп. Я понял. Давай, давай, у тебя шанс есть. Хорош! Давай, 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 все. Ой, пиздец. Хорош! Вау! Сюда на. Хорош, хорош. А ты говоришь, играть не умеешь. Маты их чисто. Я сейчас в соло. В соло вывез. Все, я точно такой же показываю. Все, погнали, показывай. Вообще микрофон в игре. А, точно. Забыл. Все, полетели. У меня руки просто полные, я тоже говорю. The fuck? Так, пацана попугайчик, по-моему, вот это. Да, да. Да. Он быстро очень кдэшится настолько, что вообще... Ну я точнее. Кдэшится очень быстренько. Мне вообще похрен вообще. Давай, давай. Нет. Че, сдох? Да я просто вышпал. Пиздец. Синка не ставь. По одному. Зачем так поставить? Блин, ну писец! Как я так сделал-то? Ты отдал просто. Просто как болт им слился. Ничего, ничего, ты ничего. На него. А, да. Если, да я не могу вообще. То же самое, я сейчас двустволочки только выпрыгнул на него. Двустволочки не могу привыкнуть вообще. Ой, у меня два. Вы чё? Вообще. Охренеть. А как такое бывает вообще просто?
Как Я с это так? одного патрона убил. Мне тоже и кабину сломали просто. Ну смотри, а ты говоришь, скин. У него скина нет, он тебе 500 хп собрал. Он меня даже без скина тащит. Он без скина 500 хп снял. Скин не, ну, вообще, по-моему, не нужен. Мне кажется, тогда. Вообще, в скин, мне кажется, ну я бы не сказал, что он даже влияет, наверное. Но то, что перезарядка, не, да. Ну, перезарядка по... Уф! Без скина, ну, чел. Просто... Без скина! Принимает, но все равно... Скин никто не решает. Он принимает просто тупо меня. Я под него открываюсь. Это вообще хорово. Подписчики сейчас в шоке, что я сейчас так плохо отыгрываю. Надо сейчас, мне кажется, показать эту скиллуху. Кто здесь батя? Я под него открываюсь, как бобёр какой-то. Ты! Ты даун! Зачем так делать? Я снегу даже не поставил. Что тебе у меня осталось? Даже стенку не поставил, ты чё? Ты чё делаешь? Я броник светил. Как мне играть? Ну твоё сейчас нападу. Я не знаю, что сказать, чел просто берёт херачит меня. Блин, давай. Ну почему? Вот как это так не залетает такое? Ну как это не залетает? Я... Просто я не понимаю, что у меня с сенсой, блин. Просто все видео сижу настраиваю. Вообще ни хрена не летит. Все, идем ломать их просто. Маленькие стенки стоят. Ой, сильная. Вообще, ой-ой-ой. Чё было? Ох, ну не, просто, мне можно просто удалять игру. Чё я встать не могу? Чё встать не могу? Тащи! Давай камбэчить, я слышу. Вообще, мы им так проиграем сейчас, получается. Я встать не могу. Пацаны чи... Почему мне? Вот пацаны чисто играют без скинов и тащат. Я со скином... Я с эволюцией не могу вытащить просто, я не понимаю, что со мной. Просто не летит и все. Спокойно будем играть. Спокойненько. Что? Не так. Тигр вернулся, пацаны. Все. Чё? Да какую зато? Зато какую? Сейчас дай ему кабину сломаю. Да блин, какой. Зачем я скину поворот? Вот он. Давай, и вы приедешь на меня. Я... На! Зажму его. Правильно. Я уже всем сломал. Я вас первые тысячи сломал. Бля, пац... Да ш... Что с дамагом? А что с дамагом было? Почему 19 вылетает? Камбэк, брат, камбэк. Да, камбэк делает. Это писец вообще. Хэштег настраивал сенсу. Чисто на видео. Настройки Samsung. Samsung пара А4. Там все модели Samsung. Перелетает прям дико. Дико. Я кнопку не нажимаю. Сюда. Пушка заражена. Пушка заражена. Да что не так со мной-то, блин? Да я нажимаю. Сюда. Тигр, эй.
Нахер я ему отсюда? Брат. Ой! Все, он твой. Я хилюсь. Окей, окей, хорошо. Я какую-то херню делаю. Он туда нажимает. Бля! Я не знаю, как это. Я не знаю. Я хочу прыгнуть, а не сесть. Тащи, брат. Все за тебя болеем. Все топим за тебя. Хорош. Вот что это? Почти. Почти. Вообще говно. Нет, не стой на месте. Не, я выкидывал ссылку. Что мне мешает, просто. Хорош. Блин. Камбэк. Я не знаю, в чем проблема у меня. Я чисто не летит и все, я не знаю, что делать. Я не хочу приседать вообще, зачем я это делаю? Зачем приседать? Зачем еще нужно приседать? Я стреляю, даже не успел кулак взять. И реакция сейчас как у деда. У меня. 500 лет от него. Вообще, как холодно, как люди играют. Это варежка, хорошо. Варежка? В перчатках чисто с НС-очку. Под затыльник. Конечно. Да я не могу. Да что не так-то? Как я двигаюсь вообще? Это гнебило. Я стою на месте, плохо. Тащи, брат, просто. Я не знаю, делай, что хочешь, но тащи. Да я... Что? 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 Нет! Игра зависла. У меня игра зависла. Что я делаю? Я не могу, я какой-то тупой. Да давай, по-братски, сдохни ты уже. Я так 2 года назад двигался, что за херня? Да что за подстав? Почему их так двигается? Да как ты так это попал? Братик, зажмем его. Кабину сломал! Кабину сломал! Сжимаем выстава! Хорош! Хорош! Камбэк! Капец. У меня там такая ситуация патовая была вообще. У меня скорости 0. Не так-то. Я скорость. Вчерашний номер. Ой, только не ты. Это человек сильный. Ой. Охренеть, блядь. Он просто ой! А кабину снес, все, прикинь. Трэш. Ну нормально, в принципе. Ну короче, что мы поняли? Скин так-то по факту и не влияет. Так-то, если говорить. Потому что вот сейчас, ну возможно, если бы я бы играл получше чуть, я бы им кабиночку нормально поднаправил.